Готовность к новому отопительному сезону превысила 30%. В регионе с опережением графика продолжают подготовку к отопительному периоду 2022-2023. Объемы выполненных работ фиксируют на отметке выше 30%. Это на 10% выше запланированного. По тепловому хозяйству проведено более 32% запланированного объема, по жилищному фонду – 34%. К старту осенне-зимнего периода предстоит подготовить 513 котельных и 342 центральных тепловых пункта, 2042 километра тепловых сетей, 1127 водозаборов, 10802 километра водопроводных сетей, 256 канализационных насосных станций, 2807 километров канализационных сетей, а также 11 800 многоквартирных домов. В регионе утвержден план по подготовке к зиме жилого фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы. Общий объем финансирования чуть более 1 миллиарда рублей. Координацию действий органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций ведет межведомственная комиссия. Благодаря комплексному подходу отопительный сезон 2021-2022 прошел без серьезных аварийных ситуаций. Возникавшие технологические инциденты устраняли в срок.